Всем привет! Сегодня я буду готовить вот такие замечательные, очень тоненькие ажурные блинчики. Для блинчиков понадобится 2-3 яйца. У меня яйца крупные, поэтому у меня 2. Будут мелкие, возьмите лучше 3. Добавляем щепоточку соли, сахар по вкусу, 1-2 столовые ложки. Все хорошенечко перетираем венчиком или можете воспользоваться миксером на самой маленькой скорости. Добавляем стакан молока. Оно должно быть теплым, не из холодильника. Немножко подогреваем, но не горячее. Все перемешиваем. Стакан муки просеиваем. Все хорошенько перемешиваем, чтобы не осталось комочков. И стакан кипятка. Его нужно перелить в удобную посуду. И будем вливать тоненькой струечкой и перемешивать прям сразу. Тесто оставляем отдохнуть, чтобы все ингредиенты у нас хорошенько соединились, минимум на полчаса. Теперь добавляем растительное масло, буквально 3 столовые ложки. И все хорошенечко перемешиваем. Сковородку раскаляем и смазываем растительным маслом. Посмотрите, какое тесто должно получиться. Оно достаточно жидкое, поэтому и блинчики получатся тоненькими. Жарим на большом огне или на огне больше среднего. Очень много зависит от сковородки, которую вы возьмете. Лучше всего брать с толстым дном. Смотрите, какая красота получается. Перед каждым следующим блинчиком обязательно перемешиваем тесто, чтобы оно было всегда у вас равномерным. Сковородку смазываем только по необходимости. У меня обычно это 2-3 блина, потом смазываем. Вот таким образом жарим все блинчики. Посмотрите, какая красота у меня получилась. Всего 15 блинчиков. Очень тоненькие. Прям тончайшие-тончайшие. Все в дырочку. Нежнейшие. Они подходят и для фаршировки, и для сладенького. Обязательно приготовьте, попробуйте. Они очень-очень вкусные. Всех с масленицей. Всем приятного аппетита. Пока-пока.